телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что у многодетных родителей есть льготы. Им полагаются выплаты на ипотеку, отпуск не по графику, вычет по земельному налогу, дополнительный вычет по налогу на имущество, досрочная пенсия для мамы, а также стандартный вычет, отказ от ночной работы и компенсация за детский сад. На уровне регионов могут быть предусмотрены дополнительные льготы для многодетных семей. Самарская городская больница номер 4 стала призером в народном голосовании «Клиника года 2022», сообщает в телеграм-канале Октябрьского района Самары. Получены дипломы в номинациях «Вклад в развитие медицины областного центра» и «Лучшее учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь». О мифах, связанных с временной регистрацией, рассказывают в телеграм-канале Красноглинского района. Некоторые думают, что временную регистрацию можно оформить только на 5 лет, а заявление нужно подавать лично. На деле это не так. Во-первых, временная регистрация оформляется бесплатно. Во-вторых, при наличии временной и постоянной регистрации в заявлении на детские пособия можно указать любую по выбору. В-третьих, штамп в паспорте они не ставятся. Достаточно свидетельства. Более подробно ознакомиться с правилами можно в опубликованных в телеграм-канале карточках. В преддверии Дня защитника Отечества на территории Кировского района среди образовательных учреждений прошла акция «За Россию, за наших ребят», говорится в телеграм-канале Кировского района. Школьники писали письма и рисовали рисунки для бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Также был организован сбор гуманитарной помощи. Ребята поблагодарили военных за их мужество и отвагу. Собранные помощью письма были доставлены в зону проведения СВО и переданы бойцам, от которых прозвучали искренние слова благодарности.